столкновения с этой легковушкой не избежать. Какие-то доли секунды хватило водителю иномарки, чтобы ускользнуть из-под колес огромной пожарной машины. А вот еще один автохам упорно не освобождает крайний левый ряд автомобилю с мигалкой, нарушая при этом сразу два правила движения. Все ушли машины, вы не уступили, вы как шли по полосе. Во-вторых, на какой машине в третьем ряду у нас можно ездить? Нет. Штраф 500 рублей или лишение прав до 3 месяцев. Только за сегодняшний рейд госавтоинспекторы наказали 3 водителей за неуважение к маячкам. Такие ситуации, говорят пожарные, для них уже привычны. Например, в прошлом году спешащий на пожар расчет в пути задержала малолитражка. Таня пропустила машину с включенным спецсигналом. А между тем, каждая минута промедления в таких ситуациях может стоить кому-то жизни. Бороться с теми, кто не пропускает пожарные и скорые, в ГИБДД настроены решительно. Все транспортные средства сотрудников полиции оборудованы видеорегистраторами. Такие же мероприятия сейчас проводятся в Министерстве здравоохранения и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. То есть данные, полученные с видеорегистраторов, будут поступать к нам. И уже в соответствии с проведением административного расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Профрейды, подобные тому, что прошел сегодня, дорожные полицейские намерены проводить постоянно. Анна Ковырзина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».